Друзья, добрый день, вы на канале Boston Technic, меня зовут Николай. Сегодня на обзоре у нас трактор New Holland T8040. Давайте смотреть ближе его. Трактор на спарках. Спереди утяжелители стоят. Такая же плита по 100 килограмм. И в итоге, в общем, количество 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 плит по 100 килограмм. Передние колеса все с разным износом. Это процентов 30-40. И более 50 вот на остатке. Боковые порезы отсутствуют. Трактор полностью в рабочем состоянии. Задние спарки. Это процент 30 на остатке тоже. Задняя навеска. ВОМ. Гидровыходы. Подъем-опускание навески. Рычаги. Снутри тоже утяжелители стоят. Здесь вот немного вот задевало, видимо, спарки. Все в разном состоянии спарочки. Топливная система. Давайте посмотрим кабину пилота. Выглядит вот таким образом. Здесь стоит автопилот на УМОПа, фирма аудиоподготовка, рычаги управления, все на месте, все работает. Вот такой, друзья, трактор. Если вас заинтересовал, обращайтесь к нам, звоните, пишите, будем ждать ваших звонков. Всего доброго, до свидания.